Всем доброго дня! У нас на обзоре расширитель арок на автомобиль Нива, производитель Торбик. А данный расширитель сделан под бампера Urban. Устанавливаются они штатно. Установка производится методом сверления. А материал изготовления у них идет эластон. Отличается он от дешевых производителей, которые делают из ABS пластика. А на морозе они не ломаются. Также очень гибкие, не выгорают на солнце, поэтому ряд преимуществ есть по сравнению с аналогами. Данные расширители есть как под стальные бампера, так же под бампера Urban. И по модификациям также есть резанные и нерезанные арки. По комплектации у нас идут здесь болты, метизы, уплотнители и также инструкция с фирменной наклейкой. А вылет у них порядка 70 мм.